В этом году Дворец пионеров празднует свой 75-й день рождения. Предприниматели хотели подарить учреждению каскаду информационных щитов. На них можно было разместить наглядную историю дворца. Первое, жалко было срезать их, поскольку они стояли из хорошего металла. И данные щиты давали бы информацию о деятельности Дворца пионеров, о помощи семье, воспитании детей. Сейчас это актуально, потому что мы видим и слышим по телевизору, что творится с молодежью. Расстрелы сверстников и так далее. Вот эти щиты бы показали, какая совместная работа Дворца пионеров, родителей приводит к доброте. И 75 лет, конечно. Да, и 75 лет Дворцу пионеров в этом году исполнилось. Мы в течение месяца готовили документы через наружную рекламу, и нам Ярушин на основании заявления директора Дворца пионеров подписал о законности данных информационных щитов. Все шло по плану. Щиты передали в дар Дворцу пионеров. Осталось сделать замеры и монтировать на каскад новые изображения, уже из истории детского творчества. Но щиты спилили. Сотрудники Дворца пионеров стали выяснять, что происходит. Рабочие ответили – распоряжение сети-менеджера Сапожникова. Оставили одни пеньки. Но как такое возможно? Ведь эта каскада даже не является примером тех рекламных конструкций, с которыми борется городская администрация. Такое указание, Александр Михайлович, Сапожников ни в коем случае бы не дал. А это просто-напросто тот человек, который выиграл тендер по срезу конструкции, четко и красиво отчитался. Это очень красиво прозвучало на планерке. Показать себя, что он так четко работает, за день срезал 24 конструкции. А это не конструкции, это щиты, стоящие на одном месте, которых можно срезать за 10 минут. Александр Сапожников не дал бы указания лишить парк бесплатной каскады. Зато это решение дал комитет образования городской администрации. Находились в ненадлежащем состоянии, в неудовлетворительном состоянии. Использовались по неназначению, поэтому было решено их демонтировать. А 75 лет, то, что хотели историю показать, Дворца пионеров и так далее, не учли? Ну, 75 лет – это, во-первых, Дворцом детско-юношеского творчества, комитетом образования будут проводиться мероприятия. Проводиться вот мероприятия именно в рамках юбилея, празднования вот этой даты внутри здания. То есть там будут расположены баннеры, также рекламные конструкции, которые будут показывать вот эту юбилейную дату. Да, ну то есть именно этот каскад, получается, комитету образования не нужен? Нет, да, поэтому я еще раз повторяю, что было решено его демонтировать. Буквально чуть-чуть не хватило времени, чтобы привести в надлежащий вид каскад. Предпринимателям юбилей Дворца пионеров запомнится уничтожением подарка. Вячеслав Барницкий, Дмитрий Пенегин, ЗапТВ.